В Ханты-Мансийске начали работу молодежные трудовые отряды. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет помогают коммунальным службам города в очистке дворов, скверов и парков. Каждый подросток официально трудоустроен и получает зарплату. Подробнее в следующем сюжете. Алексей Захарченко – студент технолого-педагогического колледжа. Учится на сварщика. В свои 16 молодой человек уже заботится о будущем. Поэтому сделал все, чтобы попасть в трудовой отряд. Тут и полезным делом занят, и деньги зарабатываешь. Мне нравится здесь работать. Здесь очень дружный коллектив. Ты дышишь свежим воздухом. Это полезно для здоровья. Плюс я зарабатываю деньги, плачу за учебу и помогаю родителям оплатить коммунальные услуги. Молодые люди очищают подъезды и придомовую территорию от снега и мусора. Трудятся подростки от 2,5 до 4 часов в день, в зависимости от возраста. Отряды выходят на адреса, с которыми не успели справиться коммунальщики. Реакция жителей только позитивная. Очень хорошо, положительно. Спасибо вам огромное, спасибо им огромное за то, что они все убирают, молодцы. Мы очень рады. У каждого отряда есть свой вожатый. Он выдает инвентарь и сопровождает подростков во время рабочего дня. Огромное внимание уделяется технике безопасности и здоровью молодых людей. Ребята на улице не мерзнут. В молодежном центре мы им выдаем все самое необходимое. Теплые штаны, теплые куртки, рабочий инвентарь, метлы, лопаты. И в сильные морозы мы на объекты не выходим ради здоровья наших подопечных. В пандемию также выдаются маски и антисептики. С каждым подростком заключен трудовой договор. Они являются временными сотрудниками. Оплата пропорциональна отработанному времени по минимальному размеру оплаты труда в нашем округе. Это 14-15-летние ребята порядка 7,5 тысяч, а постарше ребята получают 12 200. В летний период подростки помимо уборки территории будут заниматься озеленением. В этом году в молодежном центре планируют создать для несовершеннолетних 730 рабочих мест. Это позволит приобщить к труду большее количество подростков. Тимур Чешков, Никита Ручкин, Вести Югория, Ханты-Мансийск.